То же самое движение, да, только теперь вверх. Вот так вот захватываем, да, опускаем руки. Подсели под него. Натянули и... Вот. Это вот то же самое, только... Нормально? Вообще нормально. Гиперсколиоз, еще такой приемчик, когда мы кладем ногу на стол, ставим человека боком к ноге, вот нам в ребра, да, сколиоз, соответственно, левосторонний, нам надо в противоположную сторону вывернуть, да. Мы поднимаем человека руку за голову, чуть подальше сюда отойди. И вот, приминаем вот так, пониже, пониже, уже раскачали и... Вот хороший вариант. Шикарно. Живой. Шикарно, сенсей. Ну, а с другой стороны, вы пробуйте сейчас сами, друг на друге. С вами был Олег Алабуган. Показываю мастер морды. Мастер-класс. Да, руки вверх. Вот. Вот захват, смотри, здесь. Очень важен. Вот захват. Видишь? Вот взял. И здесь вот таз, смотри, беру, вот растягиваю до конца, вот сажусь, как будто уже топом, да, потом поднимаю, раз, потом толчок. И что там расползает, Рамс? Так же потом я свою руку даю сансею. Сансей так же делает, растягивает сначала, потом поднимает. О! Мягко получилось, да? Надо мне, по идее. Вот такой способ, да, при сколиозе, тоже хороший. Вот берем за запястье, человека за ногу и на себя кладем по диагонали своей спины, то есть от бедра от этого к вот этому плечу. Если не ложиться, то хотя бы согнуться, да, и вот мы своим корпусом работаем. Как? Вообще здорово. Тоже используйте в дело, с вами был Олег Гудин.